Да, мало мест, где можно покормить оленей. Настоящих оленей. Что они здесь, в лесах у них живут. Особо много проблем нет их поймать. Да. А вот мы оленята собрались, видишь, их кормят. Пойдем. Пойдем наверх, поднимем. Берем? Давай. Он какой рогатый олень. Настоящие рога, не обломал еще их. С кадыком. Дай рога попробовать, давай. Дай рога попробовать. Ну что это за животное такое? Мой телефон разрядился, взяла телефон мужа. Сейчас буду опять на него ругаться. Потому что не наводится. Ну что же это за телефон такой? Нет, Тёма, Тёма, нет. Я боюсь тебя. Что? Ой. Мама, осторожно, он такой. Не, я к страусу не подойду. Не подходи к этому. Ой, напугала меня. Ой, как они проходят внизу. Это у них один цельный вольер. Прикольно. О, смотри, как рога чешет. Угу. Мне кажется, он дом строит. Ку-ку. Ой, прошло это подо мной. Странно, что он один. И все боятся страуса. Смотри, какой ягод. Смотри, какой здесь, в принципе, они дружно живут. Да, очень хороший парк, мне нравится. И очень нравится, что это, знаешь, как будто в лесу построили эти домики. Вот смотри, страус, оленя продают. Тимасечка, это маленький олененок кричит. Потерялся. Ой, как скачет забавно олененок. Вот смотри, молочко. Борзу. А вон, видишь, к оленю маму, а оленята просто. Молочко попить. Козлёкщикове. Оленята? Да. Ой, смотри, какой мохнатый. Фу-ху. Да, в оранжевый штуке. Как странно, как он выбирает, кого гонять? Кись, подожди, не отходи от папы. Ну, она, мне кажется, просто всем по чуть-чуть дает попить. У нее, видимо, четверо их. Все, попил, свободен. Это, смотри, совсем тощий какой. Ну, значит, больше других гоняет. Вот, смотри, посмотри вниз, смотри. Привет! А я на мостике стою. Я не знал, что есть так прикольно. Кись, а там еще дальше кто-то есть. Пойдем посмотрим и пойдем к оленятам еще, да? Да, домик они себе построили. Смотри, как рога чешет. Почти как персей. Так нет, он рога на рога, но. Ой, смотри! Кабанчики. Реальные кабанчики. И вон это альпака. Или это. Я думаю, это все-таки лама. Ну и какая красивая, стриженная она. Ну еще бы. Шерсть какая хорошая. Правильно. О, тут сколько диких кабанчиков, смотри, сколько нарыто. Думаешь, это они сами роют? Ну, думаю, что дива, не все, конечно. Дива праса. Эй, кабан! Вон, смотри, какой. Привет! Смотри, какая хрюшка большая. Хря-хря. Он в лесу живет, кабан. Да.
Тебя что, тоже чем-то кормят, кабан? Наверное, до сюда еды уже не хватает у народа. Это кабан. Аня, здоровается. Привет, привет. А ты что делаешь? А я кушаю. О. Это мое. Это, наверное, кабан папа был. Нет, я думаю, это кабан и кабан мама. Кабан папа и кабан мама. Ты где пёс купил? Все хвостиком виляет, смотри. А вон у него сзади остаток хвостика. О, мам, посмотри вниз. Мам. Да я вижу, это тоже махает хвостиком. Нет, я не про то. Под нами олень, он не разглядывает, что мы тут делаем. Привет, страус. Очень любопытно. Эй, страус! Какие у него лапы? А перья какие пушистые. Он с землей сливается. Надо тебе травку дать. Не надо ему травку. Сфотографируй, батя. Да. Ева, отпусти. Папочку. А ты чужой? Чужой. Так, а куда здесь нажимать, мам? Ой, в грязюку залез. Хрюшка пошла фу, купаться. Фу, вонючка. Фу. Ну что ты фукаешь? Ну, может, он как слон спасается от насекомых грязью. Все, Хрюшка пошла пойдем на другую за... сторону. Держись за папу, пойдем. Ой, смотри. Это Хрюшка отсюда ушла. Да, у них там обиделась. Проход есть. Хрюшка обиделась. Очень большой вольер у них. Для двух хрюшек. Я думаю, здесь должно быть больше, мам. Съели, они... думаешь, уже всех? А? Думаешь, уже всех нет, съели? Кабанов не едят, у них не такое. Как кабанов? На охоту же ходят. Их едят, но у них не такое нежное мясо, как пойдем, у хрюшек. Пойдем вниз, а вон они все кушают, смотри, вон видишь, все собрались там и кушают. Опять этот страус. Он контролирует. Ты причем смотри, туда можно перелезть, видишь? Эй, а и надо где они кушают? Я он, думаю, мне кажется, они... думает о побеге. Нет. Кись, пойдем. Я думаю, может, это для смотрителей. Они далеко кушают? А вон кабаны еще. Вон сколько их. И там кабанята, вон кабанчик маленький. Ага, да, малыши там у них в домике. Отселили. Вон маленький, не видно, у тебя камера плохая, все в пикселях. Почему не видно? Видно. Потому что увеличивай не видно. Увеличивай до конца увеличивай и нажми, чтобы навелась. Не, видишь, все в пикселях, ничего не видно. Вон кабанчик. Ну, очертания. Вон там в конце. Маленький-маленький такой, видишь, кушает. Это, наверное, папа здесь, а туда мам с малышами отселили. У нас бы так в московском зоопарке сделали, что ты ходишь сверху, они так бегают. И да? Не такие маленькие вольеры, как у всех животных. Животные же многие и могут бы, дружить друг с другом. Это лама. Это лама. Видишь, ее постригли, чтобы жарко не было. Хвостик у нее странный. Так постригли, так постригли, как она может быть? Она сияет. Ты делаешь? Она кушает. А вот лама пришла. Еще на кормежку лама пришла. Лама, привет. Ты не плюешься? Я где-то смотрела, что ламы плюются, если им что-то не нравится. Черная. Олениха. О, этот не ест. Как это? Ты чего? Перегрелся, олень? Он наелся. Молока, наверное, попил. Какого молока? Он же уже взрослый. Нет, держи меня за руку. Я тебе так не дам кормить. Держи за руку. Он с моей с рогами пришел, мам. Конечно, вот. Он плюется, осторожно. Да, он тут сидит и ждет, как бы плюнуть. Я слишком гордый, я тебе говорю. Он ничего не хочет. Вот так. Мне кажется, его что-то другое интересует. Персиком. Персика унюхал. Я уверен, что персика унюхал. А вон это лось, смотри. Видишь, вот рога другие. Да что ты с собакой своей тычешь сюда? Он нет, папа, забери его.
Куда забрать? Пойдем, Бел. А мы другой листик возьмем. Будешь листик? О! Вот, смотри, пойдем, побежали оленей кормить. Тебе мои антибактериальные салфетки воняют? Кись, ты чего? Сейчас мы листики дадим. По-моему, салфетка моя воняет. Нет, это не салфетка воняет, это там еда другая, другому пахнет. Не хочет, не хочет. Что? Идем зеленый листик возьмем. Это ослик. Давай, давай с ним. Отдай ослика.